не возражаете? А то тут мест свободных больше нету. То есть в том смысле, что познакомиться очень хочется, а поумнее чего придумать? Мозгов не хватает, да? Ну, типа того. Угу. Бывает. И что дальше? Да вот развелся только что. Да ладно. Ну а что мне врать-то? Вот, только из ЗАГСа. Та же история. Значит, судьба свела. Вера. Рудольф. Могу паспорт показать. Не надо, спасибо. Вы когда сели, я почему-то так сразу и подумала. Ну что, может, отметим на радостях? Так я об этом же и говорил. За знакомство, Рудольф. Девушка! Коньяк. Армянский. Держи. Спасибо. Ну, как Игорёк? Кать, слушай, ну Игорёк как Игорёк. Он есть и был. Что тут не ясно? Нет, мне все предельно ясно. Случай явно клинический. Кать, ну куда мне пацан сопливый? Ну, тебе видней. Ладно, все хватит с этим. Слушай, там Пашка говорил, что вы на даче беседку построили, да? Угу. Сейчас покажу. Давай. Опа-на! Какая встреча! Рудик! Ну, не узнаешь? Ну, привет. Сто лет не виделись. А нам это надо? Какой-то ты нервный стал, ей-богу. Устал поди, по нарам-то хорониться. Прогуляемся давай, проедемся, воздухом ну, подышим. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вот молодец мужик, а? Рукастый. Да, хозяин. Так вот это вот она и есть? Ну да. Жанна, да тебя еще в отряде не было. Ребята от рейдерского захвата завод освободили. А Жанна там директором была. Так они с Буровым и познакомились. Она что, не замужем? А при чем тут это? Ну, муж у нее в министерстве какая-то там шишка. Ну, а как же? Как? Ну, как-то так. Ловко ты тогда соскочил. Считай, на чистом фарте, да? Ну так а что? Кому-то везет, кому-то нет. А ты мне это что, в предъяву, что ли? Да нет, что ты. А где это ты, считай, на 2 года загасился-то, а? Мир большой. Вернулся вот, а моя и знать меня не знает. Чужой в моем халате ходит, по моему же дому. О как, кинула, значит, родного муженька. Главное, квартиру-то на нее оформил. Все, теперь я бомж. Ну, прикинь, а? Помочь чем-нибудь? Да ладно, не надо. Как-нибудь сам опять с нуля. Алло. Привет, Верунь. Да-да. Да, договорились. Да. Пока. Ты смотри, сразу у тебя уже и Вера, да? Да это так. Сегодня зазнакомились. Там у ее брата фирма какая-то. Типа инкассаторская, что ли. В общем, я не в курсе. Дело хорошее. И что она тебе? Ну, она там с ним тоже по руководству. В общем, обещала пристроить. Во как! Так ты у нас теперь в натуре решил внедриться в труд? Типа аванец и получка. Вот еще квартальная премия и больничный лист, да? А у тебя что, есть что предложить? А мне как-то подняться надо. На первое время так, да. Устал я бегать. Осмотреться надо. Слушай, пустой я, короче.
На первое время, а? Да не вопрос. Сколько? Что он в ней нашел? Чем я хуже? Да ты-то в 200 раз лучше. Только вот посмотри, как она выглядит. Вот не красотка, а вон как одевается. М? Да кукла с деньгами. Лен, ну при чем здесь деньги? При чем здесь деньги? Просто она себя любит. А такие, как она, любят другие. Вот посмотри на себя. Во что ты одеваешься? Во что? Ну вот как пацанка выглядишь, понимаешь? Ну подумаешь. Так вот ты подумай. Нет, ты подумай, подумай. Я не знаю, Паш, это вопрос, конечно, очень спорный. Не знаю. Ух ты. Посмотри на наших голубков. О, как! Нашли место, дураки. Ага, завидно. Поехали. И что это было? Медаль за доблесть. Господи, ну откуда я знаю? Он сказал, подпишет. Будем надеяться, что действительно подпишет. Угу. Как в прошлый раз. Слушайте, он мне не подчиняется. Вер, привет. Привет. Ты чего не заходил? Да неудобно как-то. Пошли. Неудобно. А, послушай, я с братом поговорила, все в порядке. Можешь к нему водителем устроиться на первых порах. Перспектива есть? Как себя покажешь. Ну что, поехали отмечать? Давай, я сегодня богатый. А можно я поведу? Классная тачка. Ну попробуй. Саня, послушай моего совета. Не лезь ты в это дело. Нет, давай так. Ты мне пробил то, что я тебя просил, или нет? Да, Сань, да. Проверил. Накладные солнечного детства. И что? У них в бухгалтерии говорят, что их у них украли. А задержанные молчат и молчать будут, Саня. Хоть ты их пытай. Получается, Ли тут не при делах. И все. Так калите их. Этих ваших задержанных. Да не выдадут они, Ли. Можешь ты это понять в конце-то концов? Или мне в самом деле им иголки под ногти совать? В общем, ладно, понятно. Проверил, и на том спасибо. Саня, оставь ты это дело. Ты знаешь, какие люди за Ли стоят? А мне плевать, кто за ним стоит. У меня брата убили. И я их всех порву. Я не прав? Сядь. Ну, сядь, я тебя прошу. Сань, ты знаешь, как я к Вадику относился? Для меня что он, что ты? Я ж вас даже путал иногда. Ну, ты же помнишь. Это самоубийство. У меня тоже плохо в голове укладывается. Но факты есть факты. На пистолете Вадима чьи отпечатки? Только его, так? Так. Опять. Пороховые газы. Ясно, стрелял. В кого? Если не в себя, в кого еще? И следов борьбы? Нет! То есть вы мне что хотите сказать? Что мой родной брат поехал ночью на мебельную фабрику, чтобы пустить себе пулю в башку? А я дурак, что во всю эту туфту не верю? Вы это мне хотите сказать, да? Саня, ну 100 раз уже об этом говорили. Чем усолить-то? Доказательств, что его убили, нет. Нету! Да что у меня все тут со своим нету! Сегодня нету. Завтра будут. Я сдохну, но я его достану, понял? Саня! Сань! Конец связи. Слушай, а что у тебя с мужем-то? Чего не поделили?
Тебе правда интересно? Давай не будем об этом, а? Да как скажешь. А вот у меня все очень просто. Я уехал надолго и... Куда? Ну, в командировку. Mm-hmm. Скажем так, длительную. Ну, так надо было. Ладно, потом я расскажу. И что? Ну что, дальше как в кино показывают. Вернулся, уже никому не нужен. Здрасте, до свидания на все четыре стороны. Mm-hmm. И главная квартира-то моя. Я ее покупал. Просто оформил на нее. Теперь уже ничего не докажешь. А дети есть? Нет. Ты знаешь, может, оно и к лучшему. Детей в таких ситуациях жалко. А ты? У тебя все впереди. Какие твои годы? Действительно. Какие мои годы? Значит так, наша задача. На втором этаже расселенная коммуналка. У ей внутри четыре черных следопыта. Сколько комнат, хрен знает. Но похоже, на этих перцах висит уже два трупа. Так что ребята отмороженные на всю голову. Вооружены? А то, эх войны. Как заходим? Как обычно, без спросу. Прикроешь лестницу. Есть. Как дела, мужики? На месте. Третий этаж справа. Уважаемый, вы кому? Стоять! Командир, преследуй! Стоять, сказал! Полиция! Ты не убивай его на этот раз, Маугли. Есть, командир! Ты где? Из подъезда налево. Не знаю, какие-то гаражи. Туда. Труп отпусти. Давай, беру. Мордой в пол. Встал. Шел. Ну что, все правильно сделал? Молодец. И все? А что еще? Медаль поцелую? Игорь!
Я не то хотела сказать. Ты чего? Игорь, ну подожди. Дурачок. Кто это, Рудик? Да так, знакомый один, старый. Слушай, у меня с ним разговор, ты езжай, ладно, а я потом. Ну так ты потом домой или как? Нет, верну, а как? Куда ж я от тебя денусь-то? Ты ж мой ангел легкий. Ну смотри. Давай. Удачи. Вер. А? Слушай, хорошо, что ты не уехала. А что случилось? Поехали, надо, чтобы ты поприсутствовал на переговорах. С кем? С клиентом. Слушай, ты как-то раньше без меня обходил. Ты можешь не кривляться? Быстро в машину. Ты можешь нормально объяснить? Заткнись! Извини, я все объясню по дороге. Поехали, Вер, поехали. Давай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Моя сестра Вера. Она же главный бухгалтер. Леонид Хигай. Очень приятно познакомиться с такой красивой девушкой. Достойное начало переговоров. Господин Хигай. Ну что вы. Для таких партнеров только Леонид. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, я посмотрел, все очень прилично. Мои помощники тоже остались довольны увиденным в офисе. Ну да, у нас солидная фирма. Нужно соответствовать. Может быть, коньячку? А что? По чуть-чуть, а? Давайте, за знакомство. С удовольствием. Знаете, у вас очень уютно. Со мной вообще уютно. Коленька, как обычно, дорогой. Я думаю, что мы сработаемся. Что вас конкретно интересует? Мне нужны ваши услуги по перевозке денег, наличных. Мне хорошо известна репутация вашей фирмы. Надеюсь, что моя репутация вам тоже хорошо известна. Ну да, конечно. Вот. Все очень просто. Договоримся. Ну и чего мы сюда приехали? Чего? Да перетереть бы надо кое-что. А че здесь? Почему нет? Как скажешь. Давай, присядем. Тут все свои. Чужие здесь не ходят. Ну и о чем базар? О чем? А вот смотри. Давай вместе перетрем. Висит на тебе должок, или ты так не считаешь? Нет, ну я же отвечу, ты же знаешь. Или ты во мне сомневаешься? Да я не о том. Своего брата-бродягу тертого подогреть, когда он в нужде, это дело святое, об этом вообще забудь и не вспоминай. Я голодать буду, ты мне кусок хлеба дашь, верно? А то. Ну вот, а я тебе о чем. Понимаешь? Что-то я никак не пойму. К чему ты клонишь-то? А вот смотри. Я тут ювелирный пробил, все прокинул, просчитал. Его же вроде Гоша с Лазарем брали, так? А ты за рулем сидел и ждать их был обязан. А ты свалил. Ну так там же пальба началась. Я до последнего ждал, а когда менты с автоматами прилетели, но я только тогда и... И вот Гоша с Лазарем на зоне. А ведь они тебя не сдали. И меня не сдали. И вот мы с тобой здесь, а они там. А доля равная всем полагалась, если бы все срослось, верно? Ну и чего ты теперь от меня хочешь? Я? Да ничего. Наоборот. Ты в нужде, на. Я всегда помогу. Только ведь семьям Лазаря и Гоши тоже кто-то помогать должен. Вот ты когда в последний раз в общак сливал?
Так ведь я ж пустой. Вообще не при делах. Что, я в завязку идти не имею права? Имею. Сядь. Вольному воля. Долги отдай и уходи. Как отдай? С чего? С чего? Но ты же вроде инкассатор теперь. В этом смысле, значит. Ну, а я тебе о чем? Да мы ж сами все сделаем. Ты только отсемафорь, что, где, когда и все. Нет, ну а что, я не прав? Ну, по понятиям. Так ты мне скажи, а мы послушаем. Прав. Чего? Не слышу я. Прав, говорю, прав. Будь оно. Привет. 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 Ты чего? Случилось что-то? Да нет. Устал просто. Стоять! Опа. Руки! Герои есть? Ребят, спокойно, спокойно. Спокойно, не геройствуй. Руки, руки подними! Жги нам оружие на землю! Газу, газу! Что скажешь, Саня? Все грамотно, меньше минуты. Произошло несколько ограблений. Это уже третье. Все машины принадлежат фирме Argus. Угу. Есть предложение. Слушай, у нас что, с тобой любовь? А почему нет? Разве плохо? Мне хорошо. Мне очень нравится. Мне тоже. Сколько, вы говорите, у вас машин? Спецтранспорта в парке 6 машин. Есть броневик, но мы им практически не пользуемся. Николаевич, ну а чё? Запускаем по фирме ДСУ, что планируется перевозка пары лимонов баксов, и сажаем туда твоих ребят. А? Чё особо мудрить-то? Ну, в принципе, если считать, что кто-то из своих на фирме информацию изливает. Это уже третье ограбление. Всякий раз, когда большие суммы. Да, когда по мелочевке работаем, все спокойно. Во. А деньги это Леонида Хигая. Вот и получается, что я... То есть не я, они, конечно. Но косяки-то всяко на меня, что я Хигая граблю. Все, еще один раз, и все, мне конец. Чьи деньги? Рудик, мы опаздываем. И кто виноват? Конечно, не я. А кто? Ты. Я. Слушай, если что, мы с тобой после работы встретимся, ладно? Идет. Ну все, давай, пока. До свидания. Здравствуйте. Вера Сергеевна. Да? Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Хорошо. Пока. Садись. Слушай. Что у тебя с Рудольфом этим? Я думаю, что тебя это не касается. Я взрослый человек, это моя личная жизнь, понятно? Бойцы отказываются выходить на работу. У нас нападение за нападением. А это здесь при чем? Нет, ну ты давай объясни. Хорошо, объясню.
Мы здесь не в бирюльке играем, ясно? Ты приводишь сюда нового человека, и нас явно по наводке грабят. Теперь вопрос понятен. Ты знаешь, что это за человек? Кто он такой? Откуда он вообще взялся? Ладно. Придут трое новых из бывших спецназовцев. Сразу оформляю им. Завтра на маршрут. Это все? Все. Я свободна? Свободна. Дама. Туз. Чего такой нервный? Ты же сказал, что без мокрухи. Ну, твои слова? Ну. И у нас в планах не было. Просто так вышло. Все. Я пас. И как ты себе это представляешь? А никак не представляю. Стоять! Рисую тебе вариант развития картины. Ты идешь к ментам, сдаешься. Так тебя же и сажают. И после этого тебе на зоне жизни нет. А твою бабу я здесь лично завалю. Нравится? Другой ход мысли. Ты просто исчезаешь, как тогда. Так твоя баба опять же здесь остается. Ну чего ей приличной бизнесменше с беглым вором по углам прятаться? И даже если ты меня сдашь, ее здесь все равно кто-нибудь достанет. Ну, чтобы просто на твоем примере всем показать, чего делать можно, а чего нельзя. А она-то здесь при чем? Вот. Да она здесь вообще ни при чем. Рудик, это о тебе разговор. Это нам с тобой броневик взять надо. Да не надо ничего брать. Там бабки, которые Ли крутит. И те, что ты тогда взял, тоже его. Че ты гонишь? Да отвечаю. А сегодня вообще троих каких-то левых прислали. С виду вполне реальный. Во! Завтра со мной на броневике поедут. Думаешь, Ли своих людей прислал? Может, нет. А может, да. А чё за зря нарываться-то? Разбегаться надо. А? Чё это зря? Ты же сам говорил, что там лимоны в баксах. А это, Рудик, не зазря получается. Вот возьмем их завтра, тогда и разбежимся. А иначе, какой в нашей жизни смысл? Так, топот один, да отрыжка. Эта хрень глушит все радиосигналы и сотовые в радиусе... Ну, короче, в нормальном таком радиусе. И что? Врубаешь, и все они глухонемые. Валишь того, что с тобой в кабине, мы все остальное. Потом ты к нам и все дела. И что? Опять гаситься по городам, по чужим людям? Да? А ради чего? Рудик, ты что, за долю свою переживаешь? Ты мне не веришь? Давай, говори. Предъявляй, когда такое было. Я за себя на любом толковище отвечу. Да я не про то. Просто, ну, вера. А, вот ты про что. Вот, Рудик, считай, что этой бабы вообще уже на свете нет. Забудь ее. Что? Тихо, 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 тихо. Для тебя. Но она, по крайней мере, хоть жить будет. Тебе это плохо? Скис он. Да. Угу. Поплыл парниша. Знаю таких. Запал на бабу. Сейчас все и сольет. Обои хвалить надо. Вот и займись. Как скажешь.
А жалко, какой он раньше был. Ты так и не ложился. Да все знаешь, как-то не спится. Рудик, что происходит, а? А что происходит? Ты что, думаешь, я вообще дура, ничего не вижу? Что с тобой? Слушай, а давай выйдем, а? Куда? Да черт его знает. На Зинзибар какой-нибудь. Поехала бы со мной, а? Ты в своем уме? У тебя с головой все в порядке, ничего не дает? Да ладно, ладно, ладно. Это я так, шутейно. Послушай. У меня тут недавно разговор с братом был. В общем, грабят нас явно по наводке. Ты мне ничего не хочешь сказать по этому поводу? Не, ничего по этому поводу тебе сказать не хочу. Значит так, да? Ага, вот так вот, да. Вон, пошел отсюда. Да ты же ни хрена не понимаешь. Чего? Ничего! Я же ради тебя, понимаешь? Никому звонить не надо. Просто сиди и жди. Я сам все решу, понимаешь? Пошел вон. Да пойми ты меня! Чего тебе еще надо, козел? Ну, привет. Рудольф! А где Вера? Не знаю, я раньше ушел. Странный, телефон не отвечает. Ладно, давай на маршрут. А кто за рулем-то? А вон водила идет. Здорово, дружище. Привет. Эй, там, не картошку везешь. У тебя ничего не болит? Может, тебе пирамидончику? Обойдусь. Ну и как там у вас? Да все как надо. Только водила нервный какой-то. А кому сейчас легко? Давайте там, повнимательнее. Конец связи. Поехали. Таким образом, в этом квартале прибыль компании, принимая во внимание средства, вложенные в профилактику технического состояния подвижного состава и плановые премии сотрудников… Короче. Короче, все в пределах нормы. Так, с вами ясно. А что у вас? Вот как раз я бы хотел по поводу автопарка. Минуточку. Прошу прощения. Сейчас. Так, извините, вынужден перенести совещание на 2 часа. Срочно нужно уехать. Время пошло.
Вы как, бойцы? Нормально. А что? А вот меня терзают смутные предчувствия. Чё-то я нервничаю. Принимай. Ага. Ну все. Пойдем. Нам технари гарантировали радиус 3 километра. Верите вы этим штучкам, Александр Николаевич? А что, если батарейка сядет? Вера! 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 Нет, Вера! Мужчина, конфету хотите? Ну, как хотите. Алло. Он тварь, он убил ее. Да, понял я вас, понял. Внимание всем. Водитель броневика подозревается в убийстве бухгалтера компании «Вера Альтер». Как понял? Есть, принял. А что-то я не поняла. А что тут вдруг тихо стало? Слушай, у меня тоже сети нет. Глушат нас. Готовься к неприятностям. Так, стоп. Не понял. А что случилось? Сигнала нет. Кто-нибудь их видит? Да мы же не смотрели, мы по вашим командам. Ушли. Паша, да. Срочно. План перехват по городу, ориентировки всем постам. Есть. Ну и чего делать-то будем? Надо выбираться. Открой дверь. Ген, Ген, ты нас слышишь? Ген, ответь. Заблокировано. Хреново дело. Да уж. Ген! Ген, ты нас слышишь? Ген, ответь! Лось, встань здесь. Открывай. Открываю. Лось. Ты-то как? Живой? Слегка. Баран, твою мать! Тихо! Клим, Рудик, несите резак. Будем вскрывать. Лозим, смотри дверь. Шевелись, шевелись давай. Да-да-да. Ген, дай обстановку. Вот они туда поехали, в цех. Есть след. Спасибо.
делов-то? Ты все понял, что я сказал? Да. Только давай так договоримся. Без героизма, да? Да. Просто подать сигнал. Я понял. На вот, держи. До кучи. Генчик, на счет 5. 3, 4, 5. Рудик, один уходит, возьми его! Лось, обойди его! А? Рысь, Маугли, ответь. У нас 300-й кувалда. Слышу тебя, Маугли. Дай ориентир. Крыша завода. Вижу, вон он. Раненый, нужна помощь. Ген, Ген, ты как? Пума, ко мне! Проконтролируй. Как Гена? Стоять! Брось пушку! Брось, я сказал! Ты Генку подстрелил, гнида! У меня другого выхода не было. Или я с ними, или они Веру убьют. Они ее и так убили! Молчать, Маугли! Чего? Ты с ума сошел! Чего ты сказал? Это правда? Ладно, ты пушку положи. Нет, ну это как так, а? Это по каким таким понятиям, а, начальник? Тихо, тихо, ты... Пистолет брось! Тебе надо? На, возьми. Стой! Как же вы меня все... достали! Стоять! Блин! Твою мать! Ну что ж такое? Закрывай. Доктор, а насколько это для жизни опасно? Я вам что, Бог? Разрежем, увидим. Кто любит, скажет. Кто? Я съезжу. Давай вместе. Тимофеев, сюда бегом! Дурак, ты понимаешь, что ты дурак? Тихо, тихо, тихо. Человек стоит на краю крыши, а он лепит. Они ее убили. Чего ты нахрен добился, а? Еще один труп?
Ты понимаешь, что вокруг тебя сплошные трупы? Да. Ты кто такой вообще, чтобы такое над людьми делать, а? Нет, ты кто такой, я тебя спрашиваю, Сань, а? Командир, командир, не надо. Тебе власть дадена, чтобы его арестовать и в суд доставить. А там уже другие люди будут разбираться в степени его вины. Поумнее тебя, понял? Поэтому пошел вон отсюда! Все, все. Сань, что ты так на парня-то, а? Ты себя в его годы вспомни, что умнее, что ли, был? Это с возрастом приходит. Пойдет сейчас застрелиться, пацан. Оно тебе надо? Думаешь? Да легко. Он парень совестливый. Да пошло оно все. Еще Генку подстрелили. Тимофеев! Я! Завтра опять опоздаешь! Расстреляю нахрен перед строем! Несколько раз, ясно? Так точно!